20 сентября. Главклаб. Шоу рестлинга «Битва на Неве». Как купить билеты, вы сможете узнать по ссылке в описании. Ребята, привет! Спасибо большое. Готов объявить итоги прошлого голосования. Ну, вы сами понимаете, Макс вылетел. Тут, по-моему, ни для кого не секрет. Более того, по голосованию, по всему было видно, что ну, он недостоин этого проекта. А значит, он вылетел просто с крахом. Серега его просто разорвал, собственно говоря, что и следовало ожидать. Расскажите, как у вас прошла тренировочная неделя? Серега, начинай. Вот, тренировочная неделя прошла вообще жестко. Мы тренировались, учили новые элементы, которые вскоре хотим вам показать. Ну, круто, Даша. Я ничего говорить не буду, а покажу. Нифига себе. Куда смотреть? Бицуха! А, есть, да, Артем. Это было жестко, бескомпромиссно, беспощадно, и это будет круто. Знаете, что самое главное? Вы тренировались усиленно, все, у вас какие-то были мощные тренировки, силовые, да? А в этот раз у вас актерское задание. Потому что в рестлинг это не только так беготня, там прыжки, всякие падения, но это еще и какие-то эмоции. Так что вам придется показать эти эмоции сегодня на камеру. Вам придется показать все свое актерское умение. Задание, с одной стороны, простое, с другой стороны, сложное. Вам нужно рассказать, почему же именно вы достойны быть в этом проекте «Время рестлинга». Но все не так просто. Вам нужно будет какие-то эмоции в этот момент показывать. То есть первые 10 секунд я вам дам, например, злость, да, и вы будете рассказать «Я готов!» Ну, короче, вы понимаете, да, суть? Вот, итак, 30 секунд. Остальные 30 секунд у вас пойдут на то, чтобы произнести как можно больше слов на определенную букву. Ну, например, я вам скажу букву там «Щ», и все, и вы скажете «Щука», «Щеголь», «Щ», и все, и больше не знаете, что сказать. В этот раз мне хочется, чтобы начала Даша, потом Артем, а потом Серега. Таким вот образом мы и проведем этот конкурс. Хочешь парочку бесплатных билетов на шоу рестлинга «Битва на Неве»? Переходи по ссылке и делай репост этого видео. Не забудь, сейчас ты рассказываешь, почему ты именно достойна быть в этом проекте. И первая эмоция, которая у тебя должна быть, это ты милая. Поехали! Многие, глядя на меня, думают, почему такая домашняя девочка оказалась здесь, на рестлинге? Но именно во мне зреет революция женского дивизиона. Злость. И я буду крушить этих парней, всех, ломать. Я генетическое превосходство, я буду... Радость. Я стану чемпионом, это самое главное. Я одержу чемпионский титул, первый женский чемпионский титул NSW. Буква Б. Банан, батут, баба, бесплодие. Банкрот, банк. Безнадежность. Билайн. 8 секунд, быстро. Безопасность. Балалайка. Стоп. Баян. Несмотря на то, что мы тут все смеялись, я успел посчитать, у тебя было 10 слов. Ты большая молодец, честно говоря. Хотя, рассмешив, ты себя рассмешил и тем самым немножечко, конечно, да, сбилась. Давай посмотрим, как стреляются наши пацаны. Расскажи нам, почему именно ты достоин быть в этом проекте? Итак, первая твоя эмоция – это злость. Время пошло. Я достоин быть в этом проекте, потому что я самый здесь здоровый парень. Не считай, конечно, Серега, но знаете, зато у меня одно другие качества. Ты как раз моя страсть. Конечно. И вообще, знаете, ну, я могу так. И в принципе, мне кажется, я идеально подхожу, потому что вот так бросочки всякие, может. Ты ничего не успеваешь. И, блин, надо делать много прыжков, кувырков и. Буква R. Радость ради. Радар, радий, радиатор, рогалик, рога, рука, рифт, радикулит, ревматизм. 5 секунд, быстро. Рубка,
Рок. Стоп. Ну что ж, нужно посмотреть следующего участника, но могу сказать, что слов у тебя было много, а вот от актерское мастерство мне не очень понравилось. Так что, ну, будем смотреть Серегу. Ну что ж, Серега, расскажи нам, почему именно ты должен быть в этом проекте «Время рестлинга». И первая тебе эмоция – похоть. Время пошло! Ой, потому что я самый сильный, самый здоровый. Я готов победить всех в этом шоу. Гордость! Ну, я всех выиграю в этом шоу. И они мне не ровны. Кто, если не я, победит? Злость! Я побеждаю всех! Всех я их убью, разорву, порву! Они вообще мне не... Просто ни слов нет. Буква В! Вий, ветер вокруг, Вова в... Дальше. Висеть, воск, ворфа... варить... Дальше. Ветер, вихрь... Высота вокруг. Быстро. Число. Одно слово. Есть. Ну что ж, Серег, не знаю, чисто мое мнение, конечно, с актерским мастерством совсем у тебя все плохо. Ну и слов ты, по-моему, сказал меньше, чем у других. Это мы еще посчитаем. По словам, тут все просто. Естественно, выиграл Артем, у него больше всех слов. На втором месте Даша, ну и на третьем месте Серега. Вот по актерскому мастерству тут уже более такая субъективность. И лично мое субъективное мнение, что хуже всех отстрелялись это вот Серега и Артем. Так как задание у нас было все-таки больше на актерское мастерство, то я считаю, что Серега и Артем должны быть выставлены на голосование. А Даша проходит точно дальше. Я, в общем-то, с самого начала был за Дашу, и сейчас она прошла, и я этому рад. Серега часто стал как-то попадать на голосование, Артем, в общем-то, тоже попадал. Не знаю, выберите достойного. Я знаю, за кого бы я проголосовал, но вы сможете это сделать сами на сайте Абрикос Медиа. Ссылка находится в описании. Голосуйте, за кого вы хотели бы проголосовать. Собственно говоря, все. С вами был Костя Павлов. Всем пока. Опять я на голосовании. Спасибо, что поддержали в прошлый раз. Тогда разница была где-то в 200 голосов. Актерское не самое сильное мое мастерство. Но, блин, обещаю показать все самое лучшее. Голосуйте за меня. Друзья, всем привет. Голосуйте за меня, если вы хотите увидеть меня в финале. В финале мы тогда будем с Дашей, это будет круто. Это будет очень интересно. И знаете... Если вы меня поддержите, то я, честно, буду искренне рад, потому что у меня есть страсть к этому, и я хочу вот прям дойти до финала и выступить против команды Макса, начистить его бороду. И голосуйте за меня, и я буду с вами в финале.